души. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней. Где были мы в краю далеком? Пускай не судит одна Бога. Нас каменетный грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром вспоминать тебя вроде. Только что-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней. В чем наша боль и наша слава? Чем ты, великая держава? Не скупишь слезы матерей. Нам вернуться сюда больше не суждено. Сколько нас полегло в этом долгом походе, и дела не доделаны полностью, но мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили врага, какого не добили, каких оставили друзей. Руку свинцовую дозу делим по промилле. Сколько нас уцелело, в лихом развенцвоне. Третий нос, даже ветер на склон затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней. Что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали. Как уживутся в свете людей. Биографии наши с полдюжины строк. Социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен науке Восток? Мы уходим с Востока, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Где были мы в краю далеком? Пускай не судит одна Бога. Нас кабинетный грамотей. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили врага, какого не добили, каких оставили друзей. Мы уходим с Востока, уходим, 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 уходим. Родина гордится вами, Родина доверила вам, Родина рассчитывает на вас. Памяти воинам посвящается, живой памяти. Живы те, кто воевал, живой, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие, и память эта жива. Пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим. Мы спали и рассказывали.
Сегодня в нашем зале собрались представители Северного управленческого округа, чтобы особо подчеркнуть значимость юбилейной даты. Мы собрались как добрые соседи, старые друзья, чтобы отдать дань уважения нашим героическим землякам. Слово предоставляется управляющему администрации Северного управленческого округа Свердловской области Александру Вячеславовичу Вервейну. Сын ветерана Северного Кавказа и внук
воюют в одном боевом подразделении вместе. Дорогие боевые друзья, я хочу сказать слова глубокой благодарности всем тем, кто здесь в тылу кует нашу победу, помогает нашим военнослужащим, формируя гуманитарные грузы, помогая нашим военнослужащим приблизить нашу великую победу. Дорогие друзья, когда задают вопрос, когда закончится специальная военная операция, наверное, вы все свидетели, и этот год будет очень серьезным в плане того, когда и насколько быстро закончится специальная военная операция. Нам предстоит поддержать верховного главнокомандующего нашего, с которым мы начали специальную военную операцию, и с которым мы должны закончить, и мы должны победить. Мы русские люди, и нам не надо псевдодемократам, нам, россиянам, этим лошкомойникам указывать, как нам развиваться и как нам двигаться. Мы за великую и сильную страну, мы за семейные ценности. Афганцы, ветераны боевых действий, были и есть надежным резервом нашего верховного главнокомандующего. Дорогие боевые друзья, я искренне вас всех сегодня видел, что вы, к сожалению, мы не становимся моложе. Но, дорогие друзья, нам еще нужно, пока у нас есть силы, сделать все возможное для нашей великой победы и передать весь опыт. И вот сегодня сидят здесь юноармейцы, кадеты, курсанты. Это будущие защитники нашей страны. Мы должны часть себя отдать, чтобы они были достойны наших солдат, наших победителей. Счастья всем, здоровья и, самое главное, мирного неба над головой. Я вас люблю, дорогие мои шурави. Спасибо вам. Позабудьте, мы не вправе всех погибших ребят. Тех, кто в черной оправе на бетоне распят. Позабыть мы не в силах и Чечню, и Афган, и горит на могилах кровью красный тюльпан. Прощальный год, помянем, стоя все, склоним.
Афганская война позади, но мы с большим трепетом храним в сердце память о тех временах и уверенно шагаем вперед в счастливое, светлое будущее. Россия! В этом слове соединились гордость, сила и мощь. Мы ощущаем надежность и единство, обусловленные крепкой дружбой всех жителей нашей великой страны. Быть гражданином Российской Федерации – это высокая честь. Нам присуща любовь к Родине, забота о ее процветании и ответственность за ее судьбу. Мы служим нашим городам, области и нашей стране честно и добросовестно. Живи, Россия, не зная бед и горести. Пусть на твоем пути будет только мир и добро, а ваша память всегда будет жить. В финале нашего торжественного собрания прозвучит знакомая вам песня, ставшая неофициальным гимном ветеранов Афганистана «Виват Шурави». Исполняет наш почетный гость, командир службы спасения Качканарского городского округа, воин-интернационалист Сергей Ивукин. Друзья, ура! Показывает хорошего любительного части концерта. Поем все дружно. Вот мы встретились с тобой. Салам, бача. Как поживаешь, дорогой? Дай мне почувствовать горючую щеку. Дай я бача тебя покрепче обниму. Бача, бача. Вива, Казахстан и Иран. Вива, Файзабад и Казахстан. Вива, Кайратон и Шердан. Всем вам, дорогие мои шурави.
наши защитники, за тот подвиг, который вы совершили. Просим всех встать. Государственный флаг Российской Федерации, флаг Свердловской области, знамя Российского Союза ветеранов Афганистана вынести. Thank you.
из Афгана, а я для вас, для всех сейчас пою. Пою для вас, ребята из Афгана, уж лучше вам просто призвали нас вдвоем. Я сторож, я прикрыл на поле боя, но много рядом там с тобой друзей твои, а не надежные ребята, я спокоен. Судьба моя, ты окажи мне милость,
Дай мне покой той святой горы, где завершится наш последний бой. Последний враг ничком на землю ляжет, ведь я на мои слова простые скажу, и те слова услышим мы с тобой. Афганистан болит в моей душе, кого я встретил и встретил,
Спасибо, друзья. Следующая песня, я хотел бы исполнить автора, который живет в Екатеринбурге. Вы его прекрасно знаете. Владимир Молчанин, «Твой караван».
Thank you.
мне. Thank you.
еще одну песню ребятам из мангруппы «Пограничникам». Спокойно я не
из Афганистана. Следующая песня, мы уходим. Я вернусь, я вернусь, пусть слышу.
себя, будьте здоровы. Успехов вам, удачи и всего самого-самого хорошего. Самое главное, мирного вам неба. Советник главы Серовского городского округа Дмитрий Петрович Егоров.
Дорогие боевые друзья, вот к завершению подходит наша торжественная часть. Дорогие друзья, давайте вот поблагодарим группу «Контингент», которая проделала большой путь с Оренбургской земли к нам на Северный Урал, чтобы своим творчеством, своим исполнением прекрасных песен про Афганистан, про специальную военную операцию, про родовойск тех наших боевых друзей, товарищей, что они в этот день были с нами. Давайте им также пожелаем счастья, здоровья, чтобы они и дальше радовали всех нас своим творчеством, и также пожелать им мирного неба над головой и дальнейшего творчества. Работайте как можно больше и дольше. Мы будем вас всегда ждать. Жить в мирной стране под мирным небом. Спасибо всем.